супер-мега-богатые. Вы можете позволить себе абсолютно все. А как насчет второй молодости, вечной жизни? Что же, теперь вы можете купить и это! Кулибин Николай Николаевич, молодой гений. Ладно, шутка. Вот он наш гений. Коллега, расскажите, над чем мы сейчас работаем? Ну, мы вроде как сделали интересную разработку. Ну, вроде как. Да кто так продает, Коля? Переселятор сознания. С помощью переселятора мы можем переселить ваше сознание в любое другое тело. Мы даже не уверены, что он работает. Блин, Коля! Да ну, не мое это на камеру разговаривать. Крыса-то где? Есть кое-что получше. Заходи. Добрый день, Виталий. Ты что, сдурел, что ли? Рано на людях испытывать, это риск. Да я вас умоляю, вся моя жизнь риск. Коля, если мы хотим поразить мир, нужно рискнуть. А если его сознание в собаке застрянет? Это будет комфортный переход. Ну, хоть жена домой пустит, она любит собак. Не, Кость, я против. Это невозможно, я уже вложил деньги инвесторов. Каких еще инвесторов? Коля, блин! Константин! Куда подевалась 1000 рублей из вазочки в серванте? Не сейчас, мам! Я тебе покажу, не сейчас! Это точно безопасно? Нет, не точно. Ну, тогда еще сотню. А как же вся моя жизнь риск? Виталий, ё-моё! Виталий! Блин, Коля, если получилось, то это же прорыв. Только мелко богат. Виталий, если ты там, подай какой-нибудь знак. Виталий, прости нас, пожалуйста. Да, все нормально, ребят. Ё-моё! Столько денег зря потратили. Мне 25, а я до сих пор у мамы денег прошу. Сами, блин, закончим как Виталий. Мы будем делать роботов. Ты дурак? Сейчас роботов только ленивый не делает. Ну, а мы будем делать самых доступных роботов. Просто представь, робот в каждый дом. А если не получится? Ну, тогда возьмем участок на Марсе, сделаем там ферму и будем курочек разводить. А что, мы снимаем уже, что ли? Привет! From Russia. My name is Николай. And I'm the farmer from Rizan County. Our farm produces milk, cheese, eggs, and many other types of products. It's a lie that we are technically backward country. This is our workers. Glasha, Stepan и Валера. И это Митя.
Тихо. Ну, хороший. А, вот ты где. Люк, а, Люк, папка опять коптеры купил. Вот тебе на платье и на мороженое. Вечно со своими железяками бездушными возишься. И не надо меня на мьют ставить. Взял моду. Ролик мы снимаем. Я говорю, ролик мы снимаем. Чё ты, как это? Это genetically modified чайный гриб. Тихо. Его главное только не нервировать, не пугать его. We have best conditions for our future workers. Вот. А, это Маринка, иди к нам. This is my eldest daughter, Маринка. Вот какая она красавица. Маринка, вот скажи им, как тебе нравится у нас тут на ферме? Мы играем в то, что мне здесь нравится, или сказать, как есть? Ну, в смысле... Четыре березки обеспечивают энергией целый гектар. А это моя младшенькая Людка. Скажи, доченька, а что еще делают киберберезки? Ну, киберберезки управляют погодой. Вот. Видали? Сейчас. We expanding our farm, so we need new human workers all over the world. Ой, friendly. Да кто сюда приедет в эту глушь? They say that we have bad roads. This is bullshit. We don't need them. Надюш, ну это последний, честное слово тебе даю. А про Глашу ты тоже так говорил? А, слушай, ну, я не мог его просто бросить там. Ну смотри, это Вова. Мы сейчас с Людкой починим его тебе. Будете его на посуду мыть из-за... Вова, ты уже ему имя придумал. Ну, что, ну придумай свое, ну что. Не. Не похож он на Вову. Рожа глупая какая-то. Он скорее Ваня, что ли. Ой, опять вовлек меня в свою дурку. Надо еще. Давай вот сюда. Работает она? Раз. Приезжайте к нам на Марс. Главное, чтобы вы были хорошим человеком. Вы там мастерили всякое. Подожди. Но мусор в дом не тащили. Ну, и не любили жизнь. Марина. А ты что? Куда вы лезете все? Ну, я снимаю. Один день у нас проведете, улетать не захотите. Не ведитесь. Ой. Не, Коль. Никто не прилетит. На это. Ну и дураки. Ивана!
почему я прыщавый, как подросток? Это же кратеры. Замажь. Константин Геннадьевич, прошу прощения, у нас проблема. Ой-ой-ой, только не... ты же знаешь, как я не люблю это слово «проблема». Еще раз скажешь «проблема», вылетишь с этой работы к чертовой матери. Прошу прощения, необычные обстоятельства. О, видишь, как красиво. Что там у тебя? Акционеры будут здесь через минуту. Что, не мог отмазку какую-нибудь придумать? Честно говоря, у меня за 3 месяца все отмазки уже закончились. Сказал бы, что кто-то из родственников умер. А я всех ваших родственников уже похоронил, включая собаку. Какую собаку? Ну, которую вы потом месяц вспоминали. Что ты там копаешься? Рутиль. Эти акционеры – козлы ленивые. Наверное, устали тратить мои деньги, которые я для них зарабатывал. Да, да, да. Идиоты, нахлебосины, дармоеды. А мы почему-то целый месяц до вас дозвониться не можем. Так дел было много. Чай, кофе, виски. Вообще-то мы поговорить хотели. Не знаю, в курсе вы или нет. Но у нашей компании проблемы. Ну, я бы так не сказал. Скорее... Необычные обстоятельства. Я буду прямо говорить. Корпорация в заднице. Имидж компании на нуле. Акции обесцениваются. А ты на Луне выкрывал свое лицо. Это же лицо компании. Короче, если так дальше пойдет, совет акционеров будет искать нового генерального директора. А дай-ка я тебе кое-что напомню. Ты забыл, кто все это создал? Это моя компания, мое детище. Робот в каждый дом. Эту фразу придумал я. А у совета акционеров контрольный пакет акций. Олежа, блин, да что мы кусаемся, как маленькие дети, ей-богу. Ты же меня знаешь. У меня, конечно же, есть план. Давай, расскажи. Давай. Простите, что рассказать? План, мой план. А, ну, это не совсем план, это, так сказать, набор идей сейчас. Да. Наши ученые открыли новое гигантское месторождение, недоступное на Марсе. Нам кажется, что его там хватит лет на 100, что позволит нам удешевить производство новых роботов. Так что можно там строить новый завод. Видишь, у меня все под контролем. У тебя месяц, Костя. И если это не сработает, до свидания. Ну ты даешь, конечно. Четко сработал. Давай, запускай стройку. И потом расскажешь мне, как... Константин Геннадьевич, подождите. Дело в том, что с этим Марсом у нас небольшая проблемка. То есть необычные обстоятельства. Ну, в общем, там один чудик создал экосистему и построил ферму. Ну, так заплати ему. Заплатили всем соседям, и они давно уехали. Только один он упирается, еще и людей туда зазывает. Приблизь. Ближе. Ближе. Коля? Модуль.
делаешь? Ну-ка, лезай туда. Пап, а что это такое? Ничего. Это старье. Вот. Ну чё, запускай. Ну и чё, он работает? Мыть пол. Мыть пол. Работает. Мыть пол. Не хватает. Добро пожаловать. Ну, привет. Поиск тряпки. Поиск. Иди, иди, осваивайся. Поиск. Пусть осваивается. Поиск тряпки. Поиск тряпки. Обнаружена швабра. Продолжаю поиск тряпки. Поиск тряпки. Мы-то думали, пустыня, пустыня, а ты вон сколько всего вырастет. Слышь, это, не ходи там. Это что, козы? А они что, не вымерли? А что у нас здесь? Красота-то какая! Кукумберы! А я всегда говорил, что ты гений. Этот человек гений. Так, короче, ты что здесь забыл? В смысле? Ну, в смысле, ты же не кукумберы мои прилетел посмотреть, правильно? Коль, ну давай забудем старые обиды. Обиды мы забудем? Обиды? Ты идеи мои украл! Ты меня из собственной компании выгнал! Обиды, чтоб я тебе забыл! Совет директоров. Ну, было и было. Ну, давай начнем все с чистого листа. Смотри, я все придумал. Значит, сносим твои сараи, строим нормальную инфраструктуру, а я тебе за это 10-комнатную квартиру подгоню, где хочешь. Хоть на Европе. На спутнике? Конечно. Поживете комфортно на старости лет, как нормальные люди. А? Ну, что скажешь? На Европе, значит. Значит, Тон, ты берешь своих прихвостней. Садитесь в эти ведра ваши и валите отсюда, понял? Пока тебе морду не набил снова! Ой, Коля, Коля, а я же хотел по-хорошему. Чё ты... Здрасте. Согласно постановлению 2006 года, после ликвидации Межпланетного Союза, на основании статьи 242, параграфа 6... Короче... Да, конечно. Планета, именуемая Марс, передана под управление корпорацией Ижевск Dynamics. Вам предписано немедленно покинуть эту планету. А? Я не уеду, ясно? Это мой дом! Это наш дом, понял? Давай! Ты что делаешь? Ты что? Ты мне еще спасибо скажешь, Коль! Стой! 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 И что думал? А ты все это сажал? Коля, успели свою гарпию, а не то! Коль, ну, может, это и к лучшему, а? Коль.
А Ваня? А где Ваня? Ваня, надо его. Ну что? А я знаю, что задумал. А вы его встряхните. Да, он вкуснее будет так. Я быстро. Я с тобой! Да я! Константин Геннадьевич, Константин Геннадьевич, вы меня, конечно, очень простите, но вам не кажется, что это слишком жестко? Ну, в смысле, мы могли бы с ними попробовать договориться, дадим им остыть, принять, так сказать, неизбежное. Я этого человека знаю, с ним не договориться. Ага, ну подождите, ну как-то неправильно же у людей жилье-то отбирать. Что ты сказал? Неправильно? Да, ну мы же не в 21 веке живем. Знаешь что, я тебе давно хотел сказать, твоя философия не совпадает с философией нашей компании. Подождите, а у нашей компании есть философия? О, видишь, ты даже не знаешь. На, отнеси в химчистку и ищи себе новую работу. Мы поставим здесь атомный реактор. Вместо теплиц поставим передающий центр. План ты видел? Тряпка обнаружена. Тряпка обнаружена. Тряпка. Железяка? Тряпка обнаружена. Мыть. Ты охренел? Мыть. Знаешь, сколько он стоит? Мыть. Дай сюда. Ну, я Что ж это было такое? Кость! 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 Ты живой? О! Живу! Ух ты! Там же это Ваня еще! Ты как это? Целый? Микросхема целая? Подними меня! Почему все такое высокое? Ну все, теперь твоей фирме точно трындец, понял? Чего уставился? У меня лицо в порядке. Порезов нет? А то мне сегодня еще на вечеринку. Порезов нет. Есть у нас другая проблема. Спокойно. Курин! Я тебе покажу. Что это, твою мать? Вот. Куря! Куря! Я в роботе, что ли? Я... Как это могло случиться? Коля! Коля! Слушайте, это работает! Я не верю! Твою мать! Как это? Вы видели? Понимаете, оно работает! Как это могло случиться? Скажи мне! Опиши свои ощущения. Ощущения, что мне... Я тебе включу эту цензуру. Ощущения, что мне... Коля! Чего ты радуешься? Ты... Быстро как меня назад верни! Слышишь? Сейчас, подожди, стой тут! Оно работает, работает оно, понимаете? Работает! Так... Быстрей, давайте, грибы биты! Куда на колени у меня брюки, дорогие, встань ты! Коля, верни меня назад, обратно! Подожди, мне... Чего, подожди! Да, я попробую березки... Какие березки? Перезапустить, может, оно это поможет, сейчас! Давай! Фу! Плюнь, плюнь, я сказал!
Константин Геннадьевич. А, слава богу, зам, тут такое дело, я в роботе. Помоги мне! Сюда! Так, слышишь, я в роботе. Да подожди ты! Что? Ну, Коля! Ну, что тебе? Меня уносят! Меня уносят, Коля! С этим надо что-то делать! Они сейчас улетят! Ух, ё! Стой! Куда? Меня подожди, Коля! Коля! Я сломался, Коля! Куда вы? Стойте! Стойте! Долго еще? Что ты там копаешься-то, изобретатель? Колымагу починить не может. Слышь ты! Ты дом мой разрушил! С семьей меня разлучил! А куда ты тебя еще везти должен, а? Ты очень токсичный, Коля. Мы так проблем не решим. Мы? Я тебе скажу, как мы сейчас поступим. Я за семьей лечу, а ты здесь торчи, понял? А знаешь что? Сейчас они поймут, что что-то не так, и вернутся за мной. А ты будешь гнить на Юпитерском централе до конца жизни. Все, я побежал. Давай. Катертью дорожка. Ага. Смотри, по дороге не заржавей там. Ведро с болтами. И ты такая же. Понятно? Мешок с костями. Коля! Я застрял, Коля! Коля, спасибо, Колечка. Ну чё, приехали за тобой? А тебе смешно, да? Лишь бы задеть человека. А я не вижу тут человека. Я, возможно, вел себя немного некорректно, но и ты был неправ, Николай. Коля, стой, подожди! Ладно, я верну все как было! Я оставлю тебе деревню! Только вызвали меня из этого робота, пожалуйста. Слово даешь? Даю. Всю ночь не спал. А как теперь спать-то? А есть как? Я вроде бы хочу пельмешек, а вроде бы и не хочу. Ржавчина это звуки. Слушай, все. Чего? Ты больше не барагозин. Ты теперь этот рыбогозин. А? Вот ты кто. Смирись с этим. Вот эта штука твой единственный шанс. Обратно вернуться. Коля! Что? Коля, это нормально? Ух, ё. Земле выпущено уже более 100 миллионов роботов. Несмотря на свое шаткое положение, корпорация Ижевск Dynamics только наращивает производство. Слоган компании «Робот в каждый дом» уже давно носит зловещую окраску. Ведь миллионы людей теряют рабочие места. Я сегодня купила
еще 3 новых платья и туфли. Ты же знаешь, платье без туфель, деньги на ветер. Все, как я хотел. Ты спросил про повышение? Спросил. Так а чего ты молчишь? Что он ответил, да? Да? Ну... Галь, ну не переживай так. Я что-нибудь придумаю, найду новую работу. А как мы жить будем, пока ты ищешь новую работу? Мы по уши в подписках. Квартира, машина. Мы только что подписались на ремонт. Так, нужно подумать, от чего мы можем отказаться в первую очередь. Итальянские обои. Непозволительная роскошь. Дизайнерская мебель. Галя! У нас завтра заканчивается подписка на холодильник. Так, что у меня там? Винегрет, солянка. А все, завтра ты его уже не откроешь. Может, хватит, а? Не умолять же его в самом деле. Ну да, унижаться не хочется. А с другой стороны, ради счастья семьи умолять – это не унижение? Думаешь? Ну, конечно. Умолять о пощаде, чтобы потом победить. Вот удел сильных. Пока последние жители Марса переселяются на другие планеты, Марс заметает следы цивилизации. Сильнейшая песчаная буря обрушилась на уезжающих. По последним данным, пострадавших нет. Тем временем нашим журналистам удалось выяснить. Где остальное-то? Не знаю я. Ищи! Куда же оно подевалось-то? А, Коля, вот оно! Вон оно, вот! Ох, ё! Давай, хватай его! Стой! Чё ты орёшь-то? Куда? У меня уши-то здесь! Лови его, давай, быстрее! Давай, давай! Ну ты видишь, оно уходит! Я ухожу, Коля, лови меня! Левей, левей, хватай! Ай, упал! Ну что ты, как... Коля, быстрее, вот тут. А теперь давай вот тут. Ага, вот здесь. Слышь, ты, может, помог бы, а? Давай каждый будет заниматься своим делом. Ты копать, а руководитель корпорации руководить. Второй день после переселения. Испытуемый продолжает считать себя руководителем корпорации. Я все слышу. Мы должны успеть на поезд. Че ты? На этот не успеем, на следующем поедем. Следующего не будет. Почему не будет? Отменили. Кто? Робот в пальто. Никому нельзя знать, что мы тут строим завод. Иначе приедут эти журналисты и все испортят. И нравится, высей. Не рой другому яму. Чё там рухлить-то твоя? Ну все, а? Обиделась. Чего? Ты пойми, Буля старенькая, с характером, а ты ее рухлядью называешь.
Ты знаешь, как она переживает по поводу своего возраста? Так что давай, извиняйся. Я что, кукухой поехал перед машиной извиняться? Ну иди пешком. Меня-то она повезет. Булечка. Да. Давай. Что я делаю? Булечка, прости меня, пожалуйста. Вот. Скажи, что ты идиот. Я... Давай. Давай. Я идиот. Я был неправ. Иди теперь погладь ее. В смысле? Иди погладь, что ты. И погладь. Давай, не бойся. Ой, господи, что я делаю? Гладь ее и комплимент ей говори. Булечка, солнце мое, ты отлично выглядишь для своего возраста. Вот бампера у тебя, ух, был бы я УАЗиком, я поцелуй бы... ей фару. Чего? Фару целуй, говорю. Че ты ржешь? Повелся. Будь тебе понравилось, а? Слышишь, ты? Мы на поезд опаздываем, а ты тут шутки шутишь. Ладно, поехали. Я это запомню. Ты, Коля, свой выстрел сделал. Шутник, Константин Геннадьевич, новый шутник. Слушайте, вы меня простите, пожалуйста, что я без приглашения. Я, в общем, у меня большая человеческая просьба к вам. Ну, пожалуйста, возьмите меня обратно. А? Я умоляю вас, можно даже без повышения. У меня жена, ипотека, мне очень нужна помощь. Что? Что? Подождите, вы что? Вы хотите, чтобы я съел мыло? Ну, я... Ну, ладно, так хорошо, давайте, давайте. Ну, лавандовая, моя любимая. Он пил с утра? Судя по активности мозга, у него сознание годовалого ребенка. Воспоминания личности совершенно стерты. Как такое вообще возможно? Вы уверены? Ну, смотрите. Идет коза рогатая! Испытуемый чувствует голод. Хватит называть меня испытуемым. Я живой человек. Считай себя живым человеком. Ты в зеркале себя видел? Ты вообще отразишься в нем, человеку? Сколько можно, Коля? Чё эта бабка посреди Марса делает? Коля, зачем ты остановился? Поехали, нам некогда. Срок, ты поезд не подбросишь? Нет! Конечно, бабуль, садись. Эх. Поставлю. Быстрей, баб, садись, тебе тут не рады, мы опаздываем. Я ему розовые чипки свяжу. Чего? Мне такой же был, Гришкой звали. Работяший, но тупенький. Коля, гони! Вот приехали покупать участок. Ну чё, я согласилась. Вот какой презент дали. Даже на поезд билет купили.
А деньги за участок дали? Обещали. Этот Барагозин такой мужик, как скажет, так и сделает. Вот правильно. А я этого вашего Барагозина, кстати, лично знаю. Мой старый знакомый, можно сказать, должник. Может, передать ему что-нибудь? Скажите, я передам, что хотите. Ой, я бы поездила. Систему посмотрела. Отличная мысль, да. Мы ведь все ему передадим, и он нам все оплатит. А Нептун бы поехала бы. Ноги Нептуна. Там очень хорошо. Там горизонтальные водопады, вот эти вот водородные ванны прям. Был я там, ничего интересного. А на Европу? Если визу дадут. Хорош, вы куда разогнались-то? А что, нам притормозить? Быстрее, быстрее, опаздываем! Ну все, Буль, бывай. Давай, не люблю эту прощение. Коля, что ты там возишься? Мы так на поезд опоздаем! Она хоть, чтоб ты ее поцеловал на прощание. Да иди ты! Все, Буль, давай. Доедешь, напиши. Но, пошла! Да, невозможно. Билет до земли. Один с багажом. Нету билета. Может, есть последний какой-нибудь? Я вам что-то здесь печатаю. Вы что? А ты попробуй поработать бесплатно и без перерыва на обед. Все, перерыв. Извините, а у вас не будет билетика, может, лишнего? Прошу прощения, а билетик у вас вдруг лишний? Ну, что ты будешь делать? Я пойду, наверное, попробую с проводницей договориться. Мужики, спасибо. Я на поезд пошла. То есть, получается, примерно года через полтора он только начнет говорить? А я-то откуда знаю? Врач вообще сказал, что он первый раз в жизни такое видит. В общем, я завтра пойду и сообщу это все на общем собрании. Нет, у меня есть идея получше. Ну? Мы ничего никому не скажем, а тебя сделаем руководителем корпорации. Совсем, что ли, с ума сошла? Ты совсем с ума сошла? Мне такое предлагать? Мы сейчас пойдем домой, там с тобой поговорим. Он всю жизнь тебя гнобил, обижал и унижал. Посмотри на эту тварь, вспомни, как ты мыло жрал. Я никуда не пойду. Ну хорошо, а с ним-то мы что делать будем? Вырастим его хорошим человеком? Ясно. Я поняла. Мы продолжим жить в дыре, потому что ты, мямля, ничего не можешь делать. Ничего не можешь. Ничего не можешь делать. Ничего. Хватит на меня давить. И вообще, ты какой имеешь право со мной так разговаривать?
Я, между прочим, один здесь пашу, как лошадь, на эти все твои аромасвечи и прочую хрень, которая мне даже вообще никогда и не нужна была. И вообще, ты голограмма. А эти дети? Я вообще не хотел на них подписываться. Они на меня даже не похожи. Тряпка. А ты... Ты опять ставил меня на паузу? Нет. Ты хоть раз задумывался, что я испытываю, когда ты ставишь меня на паузу? Ну, прости, прости, сорвался. Я ведь не для себя распинаюсь. Знаю, как ты стараешься, работаешь. Ты этого достоин, Паша. Бог послал меня, чтобы приделать тебе крылья. Я хочу, чтобы ты взлетел. И потом, с высоты этого полета, ты поймешь, что я была права. Галя, тебе не кажется, что какой-то перебор сейчас с ванильными цитатами? Ванильные цитаты уменьшены на 30%. Все для тебя, любимый. Ну, пожалуйста, ну, может, мы хоть стой поедем, ну? Стой не положено. Есть билет, Коля! Есть билет! Откуда? Я у китайцев космическую станцию на воздух выменял. Что, и билет не достану, что ли? Можешь, когда хочешь-то, а? Фух! А ты где этот билет взял? Билет? Да какая разница? Главное, что мы отсюда скоро выберемся. Ничего с ней не случится, пришлю потом шаттл за ней. Не смотри на нее, Коля, смотри на меня. Мы доедем, куда нам надо. Значит, иди, извиняйся перед ней и сажай ее на поезд, понял? Ага, сейчас. Ты хочешь отсюда ехать или нет? А? Вот если хочешь, то делай по-моему. А я стариков не граблю. И по этому билету не поеду никуда. На, куда там тебе? Семью найду и как-нибудь выберусь отсюда. Тебя вообще больше никогда не увижу. А, проучить меня решил, да? Хорошо, хорошо. Идем сюда. Идем, идем, бабуль, идем. Иди. Что вы себе позвонили? Давай, давай, такое быстрее, быстрее, быстрее. Не давай, давай, туда. Давай. Что ты делаешь, ты железяка? Теперь она уедет, а вы остались здесь. Помогите! Внучки, да вы вам билет не видели? Мне вообще не нужно на этот поезд. Ой, уеду! Помогите, люди! Помогите! Так, меняем бабок. Ты за той, а я эту тащу. Так, бабань. Давай, 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 бабань, ускоряемся, бежим. Давай, давай, давай. Бабуля, ну ты тяжелый. Твой внучок, как не догонят. Ну чё, доволен? Поступил как хороший человек? Теперь мы здесь умрем. Точнее, ты умрешь, а я буду 200 лет ржаветь и смотреть, как ты разлагаешься. Я не мог ее тут бросить, ну! Вот! Я всегда знал, что из-за твоей этой мягкотелости бизнес не построишь. Поэтому избавился от тебя. Иногда надо быть жестким. Коля, 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 что ты делаешь? Что, что а так... я учусь быть жестким. Зачем? Что? А? Я пылесос! Это бесчеловечно! Ну ничего, ты же говорил, что мы тут 200 лет гнить будем.
Хотя бы будем гнить в чистоте. Это что, окурок? Сохраним Марс чистым для потомков. Вот, Коля, я сейчас все дочищу, все всосу, я тебе так всеку потом. Ой, я больше не могу, я полон. Это конверт Космопочты. Точно. Почта. Заставить человека убирать весь перрон. Никогда тебе этого не прощу. Пообещай, что это останется между нами. Тихо. Все равно тебе никто не поверит, что ты что-то хорошее сделал. Давай. Кто сегодня был хорошим мальчиком? Прекрати. Кто сегодня принимал правильные решения? Я еще ничего не решил. Просто мы здесь переночуем пока что. Прости, ничего не могу с собой поделать, когда вижу такого сильного мужчину. Смотри. Если хотите активировать версию 18+, оплатите премиум. И мы можем себе это позволить. Руку отдавил. Ты замолчи. Коль, ты что, обиделся, что ли? Замолчи, я сказал. Ну, все было не так однозначно. Выключу модуль. Коль, ну? Теперь расскажите нам, барышни, где вы научились спасательные капсулы взламывать, а? Мам. И что, нельзя было как-то поближе к деревне? Нам еще топать. Дуля? Буля! И Макара! Мужики! Да хватит, я сказал! Я тебе сейчас по заднице дам!